говорит, ومن مكائد الشيطان لهؤلاء المفرطين الغالين أنه يزين لهم اتباع الهوى. И, братья, из, говорит, тех, то есть опасностей или же козней шайтана для этих людей, которые чрезмерствуют в религии Аллаха Субхану Тааля, что он что? Он украшает им следование страстям, следование своим страстям. Уруку баруси им, то есть хорошо, и чтобы они, то есть неправильно, то есть понимали хорошо, то есть религию, следовали своим страстям, су аль-фахм фид-дин, ва изахидухум фир-руджу иля ахли-л-ильм. И, то есть, говорит им, что, что, то есть, не обязательно возвращаться к ученым, то есть, ты сам нормально можешь сам разобраться и так далее. Валлаху мустаан. А это, братья, самое страшное, когда теряется связь с учеными. Лиалля юбасируухум ва юршидухум иля-саваб. Чтобы что? Чтобы, то есть не ученые, чтобы не показали им прямой путь, не указали им на этот прямой путь, не разъяснили им их ошибки и заблуждения. Вальебку фигайихим удаляли им, чтобы они остались, братья, таким образом в своих заблуждениях и так далее. Поэтому, когда ты видишь эту молодежь и удивляешься, я, ахи, почему ты это говоришь? Никто из ученых не говорил, что тебе сразу скажут. Какие ученые? Вот эти ученые месячных или вот эти правительственные ученые и так далее? Откуда ты это взял, субханаллах? Откуда ты взял это? Почему ты так называешь ученых? Потому что с первого, с чего начали, когда обрабатывали этих людей, это что? Это то, что их обрубили связь их с учеными, так или не так? Валлаху аль-мустаан.